что там? Вот это лохотрон. Мы... Тейка Буми! Так что подумали, надо к вам обязательно. Так. Я не знаю, мне настроено, не настроено. Но в любом случае, привет. У нас давно не было влогов. Сегодня у нас день вдвоем. Мы оставили Эвана с бабушкой и поехали на массаж в центр. Машину оставили? Ну, машину оставили, я имею в виду, на парковке. И поехали в центр на массаж. Сейчас у нас массаж по расписанию. Сколько можно? А потом идем в ресторан. Но мы там уже были. Так, кстати, массаж у нас парный. Представляете, полтора месяца ждали запись. Нет, ну мы записались. Один раз мы записались, но у нас родители не смогли, потому что приболели. Еще мы такие рисковые ребята. Нам сегодня пришло штормовое предупреждение. Что-то ничего нет. Надеюсь, обойдет. Прислушаться к ощущениям. Ой, смотрите, мы в парном кабинете. Блин, я тут босичком, но ничего. Здесь такая ванна классная. И Вика классная, да? Ну, я классный, раз что-то пошло. Вот здесь. Сейчас будем лежать. Расслабляться. У меня как раз так болит спина. Блин, пресс покачал один раз, и все, пипец, накрылся все равно. А? Дай, можно снять? У нас так больше просмотров было. В общем, мы пошли на массаж. Черный экран, занавес. И мы уже идем в кафе. Это было... не просто смело. Пока Вика там на расслабляющем лежала, ничего не делала, тут была проведена огромная работа. В общем, меня освободили, но это было очень сильно. Хочется даже сказать стоп-слово. Как-то в моменте бывает, что хочется прям, ну, послабее, но потом так хорошо. Потому что ты на массаже. На массаже, да, я про массаж. Идем. Фьёльк. Будем обедать. Хотелось бы пропустить бокальчик, но я за рулем. Поэтому сегодня без него. Я точно буду брать долму. Там, где долма, там и я. Что такое аджаб сандал? Что-то знакомое. Хочу еще я салат из кавказского теста, чеченской брызны, кахетинского масла. И точно буду холодный фильтр малины гранат. Нам тут принесли фильтр малина гранат холодный. Я ищу фильтр, кстати, холодный. Ну, может быть, пил с куратора. Кофе вообще не чувствую. А еще принесли, ну, комплимент типа от шефа, да, но он каждый раз сам приносит. Ну, я так понимаю, всем приносит, я имею в виду. Мусс из брызны, редиска. А вот это что, дайкон? Или что-то такое? Но прикольное. Вот мне нравится, Вики не особо. А еще вот такой интересный факт. Здесь мельницы от Peugeot. Снова лохмаджон с угрем. С соусом. Фисташка, наверное. И уголь. Ага. Перемешать рекомендуем. Ого, спасибо. Принесли салат зеленый. Ну, в целом. Мы их, по-моему, уже брали. Я их уже показывал. Поэтому мы пойдем покушаем. Да ё-моё. Мне стоило начать снимать, он закончил играть. Зашли за фильтром. А еще в республику, и Вика тут нашла, естественно, не обошлось без покупки, киндер с этой коллекции Гарри Поттера. Вот так, 300 рэ минус. Ставим ставки на то, кто в киндер яйце. Я говорю, это Дамблдор. А Вика думает, что это кто? Рон? Самый тупый персонаж. Может... А, слушай, Гермион, давай поспорим. Рон и Гермион. Ну, давай. Что там? Вообще шляпа. Это что такое? Пупыт, блин. Лохотрон, блин. Вот это лохотрон. Такой ветерок уже тут надвигается. Мы пришли в машину. Чтобы не попасть уже ни под какую эту непогоду. Да и пора сменять, наверное, бабушку нашу. День, новые разъезды. Мы сегодня приехали развлекаться. Наверное, вам может показаться, что у нас каждый день так проходит, но почти нет, к сожалению. В общем, Метрополис.
И идем. Куда идем? Take-a-boom. Мы идем в Take-a-boom. Эван, ты вообще в курсе, куда мы приехали? Мы в Take-a-boom. В общем, мы пришли, оставили вещи и я уже прилег. О, здесь прям много горок. Бассейн сухой с шариками, горки, там какие-то лабиринты, какие-то дорожки, но это для детей уже постарше. О, здесь есть батуты. Но это, наверное, уже не для моего возраста, точнее веса. Главное не описаться. Вот. А еще. Здесь есть канаточка. Вот такая. Лего-городок какой-то небольшой. Ну, в основном горки, какие-то вот эти вот лабиринты, вот где бегать можно будет, трубы там всякие. Вот, что тут еще? Баскетбол. Пойду-ка я сыграю в баскетбол. А еще здесь есть пушка. Это было больно. Мне уже из пушки прилетело по губе. Надо тоже прокатиться. А где батушка? Где скорость? Где драйв? Ну что, рассказывай. Ты уверенно шлепаешь. Да? У меня здесь ничего не обвалится, что я сюда лезу. А я коленочку покоцал, по-моему. Да, вот так вот надо играть. И вот прошел наш день. Мы зашли, поели в грузинскую лавку. У меня 1%, поэтому это видео закончится так, как мне разрешит аккумулятор. Мы едем домой. Классно получился день. Ну что, вы, наверное, уже подумали, что влог закончился. А нет. Мы сегодня идем на открытие магазина винтажной посуды в особняк души. Я так он даже не слышал. А он есть. К Илье Воскресенскому. Мы пришли. Вставляем колесочку на паркинге. Надеюсь, она здесь у нас дождется. Ого, какой столик прикольный. Эй, давай, иди ко мне. Сразу руку вот так, на ширик, а сразу так. Так что подумали, надо к вам обязательно. Молодец, сразу с камерой. Тарелочки. Все как Вика любит. Моя Вика, если что.